Серёж, поздравляю с победой. Очень уверенный первый тайм и неоднозначный второй. Что произошло в перерыве и за счет чего такая разница? Ну, спасибо, во-первых, за поздравления. Во-первых, да, отличный первый тайм с нашей стороны, но проблемы во втором, я думаю, это не больше не с нашей стороны, а просто Балтика пересмотрела и вышла со сверхмотивацией. И, забив один гол, у них психологический фактор сработал уже в их сторону, и поэтому они завладели преимуществом. Ты сегодня в ударе, поучаствовал во всех трех атаках, отдал две голевые. Признайся, самому хотелось забить? Ну, конечно, забить всегда хочется, но очень рад, что получилось помочь команде, что ребята забили, во-первых, и то, что мы все вместе принесли. Забили столько, чтобы было достаточно, чтобы принести 3 очка в нашу копилку. Освоился справа уже? Ну, я уже отвечал на вопрос, говорю, мне где угодно можно играть, лишь бы на поле, поэтому комфортно везде, лишь бы быть среди тех, кто помогает команде. Уже завтра начинается сбор национальной команды. Какие эмоции у тебя были, когда получил вызов, и какие мысли перед угрозой сборной? Всегда приятно получить вызов в сборную. Там хорошая атмосфера, и буду рад увидеться с ребятами, пообщаться. Поэтому работа продолжается, с хорошим настроением едем в сборную.